Уважаемый господин Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов Америки. Уважаемая госпожа Нэнси Рейган. Esteemed Mr. Ronald Reagan, President of the United States of America. Esteemed Mrs. Nancy Reagan. От имени народа и правительства искренне приветствую вас по случаю вашего визита в Советский Союз. Добро пожаловать! On behalf of the people and government of the Soviet Union, I extend to you my sincere greetings on the occasion of your visit. Welcome. Прошло уже почти полгода со времени нашей с вами встречи в Вашингтоне, которая вошла в историю как крупная веха в советско-американских и международных отношениях. It is now almost six months since our meeting in Washington, which went down in history as a major milestone in Soviet-American and in international relations. Теперь вы, господин президент, в свою очередь преодолели большое расстояние, которое разделяет наши столицы, чтобы продолжить наш политический диалог. И мы это должным образом оцениваем. Now, on this return trip, you, Mr. President, have traversed the great distance that lies between our two capitals to continue our political dialogue. This is a fact we duly appreciate. Это четвертая встреча, и она уже позволяет кое-что масштабно оценить. Нам кажется, поколеблены застарелые антипатии, потеряли устойчивость привычные стереотипы, связанные с образом врага. As this is our fourth meeting, we can already make some meaningful assessments. As we see it, long-held dislikes have been weakened. Habitual stereotypes stemming from enemy images have been shaken loose. Виднее стали человеческие черты другого народа. Само по себе это важно, ибо история на рубеже двух тысячелетий объективно связала наши страны совместной ответственностью за судьбы человечества. The human features of the other nation are now more clearly visible. This in itself is important, for at the turn of the two millenniums, history has objectively bound our two countries
by a common responsibility for the destinies of mankind. Народы мира, и в первую очередь советский и американский, приветствуют наметившиеся позитивные перемены в наших отношениях и ожидают, что ваши визиты и переговоры будут плодотворными, дадут новый импульс на всех направлениях диалога и взаимодействия двух великих государств. The peoples of the world, and in the first place, the Soviet and the American people, welcome the emerging positive changes in our relationship and hope that your visit and talks here will be productive, providing a fresh impetus in all areas of dialogue and interaction between our two great nations. Мы с вами знаем о стремлении наших народов к взаимопониманию, сотрудничеству, безопасному, прочному миру. Это обязывает нас конструктивно обсудить главные аспекты разоружения. You and I are conscious of our two people's longing for mutual understanding, cooperation, and a safe and stable world. This makes it incumbent upon us to discuss constructively the main aspects of disarmament. Комплекс вопросов, относящихся к сокращению стратегических наступательных вооружений на 50% в условиях сохранения договора ПРО 1972 года, вопросы ликвидации химического оружия, сокращения войск и обычных вооружений в Европе, прекращения ядерных испытаний. The set of issues related to 50% cuts in strategic offensive arms while preserving the 1972 ABM treaty. Problems of eliminating chemical weapons, reductions in armed forces and conventional armaments in Europe, cessation of nuclear testing. От нас с вами, господин президент, мир ждет ответственных суждений и по другим сложным вопросам современности, таким как урегулирование региональных конфликтов, оздоровление международных экономических отношений, содействие развитию, преодолению отсталости, бедности, массовых болезней, гуманитарные проблемы. The world is also looking to us, Mr. President, for responsible judgments on other complex issues of today, such as the settlement of regional conflicts, improving international economic relations, promoting development, overcoming backwardness, poverty, and mass diseases, and humanitarian problems. И, конечно, мы будем обсуждать двусторонние связи. And of course, we shall discuss bilateral relations. Предшествующие встречи показали, что конструктивные отношения СССР и США достижимы. Самым впечатляющим символом этого является договор по ракетам средней и меньшей дальности. Но впереди еще более сложные и ответственные задачи. Our previous meetings have shown that constructive Soviet-US relations are possible. The Treaty on Intermediate and Shorter-Range Missiles is the most impressive symbol of that. But even more complex and important tasks lie ahead. Так что нам с вами, господин президент, предстоит большая работа. И это хорошо, когда много работы, необходимой народам. Мы готовы сделать максимум возможного в эти дни в Москве. And so, Mr. President, you and I still have a lot of work to do. And it is good when there's a lot of work to be done and people need that work. We are ready to do our utmost in these coming days in Moscow. Вы, господин президент и госпожа Рейган, впервые прибыли в Советский Союз, о котором часто говорили в своих выступлениях. Зная о вашем интересе к русским поговоркам, хочу пополнить вашу коллекцию еще одной. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Mr. President, you and Mrs. Reagan are here on your first visit to the Soviet Union, a country which you have so often mentioned in your public statements. Aware of your interest in Russian proverbs, let me add another one to your collection. It is better to see once than to hear 100 times. Могу вас заверить, вас ждут здесь гостеприимство, радушие и доброжелательность,
У вас будет много встреч с советскими людьми. Let me assure you that you can look forward to hospitality, warmth and goodwill. You will have many meetings with Soviet people. За плечами у них многовековая история. Они любят свою землю, гордятся свершенным. They have a centuries-old history behind them. They love their land and take pride in their accomplishments. Они недовольны тем, что мешает сегодня, и бурно обсуждают, ищут пути прогресса своей родины, полны планов на будущее. They resent things that are presently standing in their way, and they are heatedly discussing how their country can best progress. They are full of plans for the future. Будучи горячими патриотами, советские люди открыты для дружбы и сотрудничества со всеми народами, питают искреннее уважение к американскому народу и хотят добрых отношений с вашей страной. Being ardent patriots, Soviet people are open to friendship and cooperation with all nations. They harbor sincere respect for the American people and want good relations with your country. Здесь, в стенах древнего Кремля, где соприкасаешься с самой историей, люди невольно задумываются о многообразии и величии человеческой цивилизации. Here, within the walls of the ancient Kremlin, where one feels the touch of history, people are moved to reflect over the diversity and greatness of human civilization. Так пусть же и советско-американские переговоры здесь обретут большую историческую глубину, будут проникнуты чувством сопричастности к общей судьбе человечества. Еще раз добро пожаловать. So may this give greater historical depth to the Soviet-American talks to be held here, infusing them with a sense of mankind's shared destinies. Once again, I bid you welcome. Mr. General Secretary, Mrs. Gorbachev, Mr. General Secretary, thank you for those kind words of welcome. We've traveled a long road together to reach this moment. From our first meeting in Geneva in November 1985, when I invited you to visit me in Washington, and you invited me to Moscow. Господин генеральный секретарь, госпожа Горбачев. Господин генеральный секретарь, благодарю вас за столь любезные слова приветствия. Настоящему моменту предшествовал длинный совместный путь. Его началом была наша первая встреча в Женеве в ноябре 1985 года, когда я вас пригласил в Вашингтон, а вы меня пригласили в Москву. It was cold that day in Geneva, and even colder in Reykjavik when we met the following year to work on the preparations for our exchange of visits. We faced great obstacles, but by the time of your visit to Washington last December, although we still had to grapple with difficult issues, we had achieved impressive progress in all the areas of our common agenda: human rights, regional issues, arms reduction, and our bilateral relations. Тот день в Женеве было холодно. Было еще холоднее год спустя в Рейкьявике, где мы встретились, чтобы подготовить взаимные визиты. Тогда мы столкнулись с большими препятствиями. Но к моменту вашего визита в Вашингтон в декабре прошлого года, хотя и оставалось еще справиться с рядом трудных вопросов, нам удалось далеко продвинуться во всех областях нашей повестки дня, а именно по правам человека, региональным вопросам, сокращению вооружений и двусторонним отношениям наших стран. We signed a treaty that will reduce the level of nuclear arms for the first time in history by eliminating an entire class of U.S. and Soviet independent range missiles. We agreed on the main points of a treaty that will cut in half our arsenals of strategic offensive nuclear arms. We agreed to conduct a joint experiment that would allow us to develop effective ways to verify limits on nuclear testing. We held full and frank discussions
that planted the seeds for future progress. Мы с вами подписали договор, который впервые в истории предусматривает сокращение уровня ядерных вооружений. Ликвидируется целый класс американских и советских ракет средней и меньшей дальности. Нами согласованы основные моменты договора, предусматривающего сокращение наполовину наших арсеналов стратегических наступательных ядерных вооружений. Мы договорились о проведении совместного эксперимента, который позволит выработать эффективные меры контроля за предельным уровнем ядерных испытаний. Между нами состоялись обстоятельные, откровенные обмены мнениями, и тем самым мы посеяли семена дальнейшего прогресса. It is almost summer, and some of those seeds are beginning to bear fruit, thanks to the hard work we have both done since our last meeting, including monthly meetings by our foreign ministers and the first meeting of our defense ministers. Почти наступило лето, и некоторые из этих семян уже дают ростки. Это результат проделанной нами после нашей последней встречи большой работы. В частности, на ежемесячных встречах наших министров иностранных дел и на первой встрече наших министров обороны. We have signed the Geneva Accords, providing for the withdrawal of all Soviet troops from Afghanistan, and the first withdrawals have begun. We and our allies have completed technical arrangements necessary to begin implementing the INF Treaty as soon as it enters into force. Мы подписали Женевские договоренности, предусматривающие вывод советских войск из Афганистана, и вывод этих войск начался. Совместно с союзниками нами подготовлены необходимые технические условия для осуществления договора по РСМД, как только он вступит в силу. For the next major step in arms control, reductions in U.S. and Soviet strategic offensive arsenals, our negotiators in Geneva have produced hundreds of pages of joint draft treaty text, recording our areas of agreement as well as those issues yet to be resolved. В том, что касается следующего крупного шага в области контроля над вооружениями, сокращения американских и советских стратегических наступательных арсеналов, наши делегации в Женеве подготовили сотни страниц совместного проекта текста договора, фиксируя как области, в которых достигнуто согласие, так и вопросы, которые еще ждут своего решения. Our new nuclear risk reduction centers have begun their transmissions of routine notifications to reduce the risk of conflict. Our scientists are installing the equipment for our joint experiment to verify limits on nuclear testing. Our experts have held broad-ranging discussions on human rights, and important steps have been taken in that area. Наши новые центры по уменьшению ядерной опасности приступили к передаче регулярных уведомлений в целях уменьшения опасности возникновения ядерного конфликта. Наши ученые устанавливают оборудование, необходимое для проведения совместного эксперимента в области контроля за предельными уровнями ядерных испытаний. Наши эксперты широко обсуждали вопросы прав человека, и в этой области предприняты важные меры. We have greatly expanded our bilateral exchanges since we signed our agreement in 1985. I hope you'll agree with me that more of our young people need to participate in these exchanges, which can do so much to lay the basis for greater mutual understanding in the next generation. Значительно расширились двусторонние обмены с тех пор, как в 1985 году мы подписали соответствующее соглашение. Я надеюсь, что вы согласитесь со мной, что следует расширить участие нашей молодежи в этих обменах, ибо это может дать очень многое в заключении, в заложении фундамента для большего взаимопонимания у следующего поколения. I could go on. The list of accomplishments goes far beyond what many anticipated. But I think the message is clear. Despite clear and fundamental differences, and despite the inevitable frustrations that we have encountered, our work has begun to produce results. Я мог бы продолжить этот перечень. Число достижений значительно больше, чем многие ожидали.
Но мне кажется, что моя мысль достаточно ясна. Несмотря на очевидные и фундаментальные разногласия, и несмотря на те неизбежные трудности, с которыми мы столкнулись, наши усилия не остались без результатов. In the past, Mr. General Secretary, you've taken note of my liking for Russian proverbs. And in order not to disappoint anyone on this visit, I thought I would mention a literary saying from your past, another example of your people's succinct wisdom. Radi sya nya nya tara pilsa. В прошлом, господин генеральный секретарь, вы обращали внимание на то, что мне нравятся русские поговорки. И для того, чтобы никого не разочаровать во время нынешнего визита, позвольте сослаться на ваше литературное наследие и перевести еще один пример меткой мудрости вашего народа. Родился, не торопился. It was born, it wasn't rushed. Mr. General Secretary, we did not rush. We have taken our work step by step, and I have come here to continue that work. We both know it will not be easy. We both know that there are tremendous hurdles yet to be overcome. Мы, господин генеральный секретарь, не торопились. Мы вели работу поэтапно, шаг за шагом. Я прибыл сюда для продолжения этой работы. Мы с вами понимаем, что это будет нелегко. Мы с вами понимаем, что еще остается преодолеть огромные препятствия. But we also know that it can be done, because we share a common goal, strengthening the framework we have already begun to build for a relationship that we can sustain over the long term, a relationship that will bring genuine benefits to our own peoples and to the world. Thank you, and God bless you. Но мы также знаем, что это осуществимо, ибо у нас общая цель — укрепить заложенную нами структуру взаимоотношений таким образом, чтобы эти взаимоотношения сохранились на долгое время и принесли истинную пользу нашим народам и всему миру. Благодарю вас за внимание. Да благословит вас Бог. How does it feel to be in the heart?